известный математик, академик Иванов, не боялся ни буранов, ни обвалов, ни слонов. Он мог погладить тигра по шкуре полосатой. Он не боялся встретиться на озере с пиратами. Он только улыбался под дулом пистолета. Он запросто выдерживал два действия балета. Он смело прыгал с высоты 1.5 метра. Но вот однажды вечером он заболел ангиной. Он не боится задачи мечей, он не боится собаки мечей, но очень и очень боится врачей. Пришлите нам, пожалуйста, доктора с машиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Самый страшный врач больницы. Самый страшный шприц. Самый страшный шприц. Самый страшный свой халат. Самый страшный мой халат. И сестру взял старшую. Старшую. Самую страшную. Карету мне, карету. Глава сюда. Баклажан. Глава сюда. Баклажан. А где же математик? Нет его в кровати. Может, он залез в буфет? Спрятался под ванной? Да в печке его нет. Как-то не странно. Приведите мне жильцов. Где больной, в конце концов? Я приехал для лечения, а не для развлечения. Если не найду сейчас вашего больного, должен буду вылечить кого-нибудь другого. Выходи на середину, тот, кто вызывал машину. Доктор выложил на стол шприц, касторку, валидол, 5 стеклянных ампул и кварцевую лампу. Не шутили мы с врачом, мы ей богу ни при чем. Не шутили мы с врачом, мы ей богу ни при чем. Лечите, дядя врач, меня. Вызывал машину я. И врачу он в тот же миг смело показал язык. Доктор тут очки надел, доктор Вову оглядел, молоточком постучал, головою покачал. Как большинство российских вов, мой друг, ты крепок и здоров. Но все же я перед дорогой полечу тебя немного. Дам тебе малины, меда, апельсинов, а еще печенье. Вот и все лечение.
Не привык я прятаться за чужие спины, если рядом выдают людям апельсины. И я вижу, что лечение не такое уж мучение. Слава добрым докторам, слава мальчугам, больше я в сундуке прятаться не стану. Мед, малина и покой. Вот какой он, вот какой. Мед, малина и покой.